Я еще хотела рассказать, что сюда приезжают собачками, у кого есть собаки. В отеле принимают собачками. Это очень хорошо, потому что иногда не с кем оставить свое животное. И что самое мне интересно, идешь, когда гуляешь, идут собачкой по городу, они-то часами люди гуляют, собачки устают, их тащат так за ошейник, они не очень охотно далеко гуляют, устают. А когда мы вернулись в отель, сидели внизу, и заходят люди с собачками, а собачки так охотно бегут в комнату, потому что устают. Собачки-то небольшие, маленькие. И уже в комнату они сами бегут. Солнышко выходит, птички поют. Делюсь с вами тем, что нравится мне. Эта красота дает сил, энергии, хорошее настроение. И здоровье прибавляет. Я снимаю это видео для тех, кто, может, был здесь, может, захочет сюда поехать. Вам здесь нравится, помогает, нравится. Вот это наш отель. Процедуры здесь очень хорошие. Нам нравится, мы очень довольны. Мне, во всяком случае, помогло. Может, кому-то это понадобится, может, кто-то здесь был. Вот. Единственный минус, конечно, что в ресторане по меню, а не буфет. Не сам ходишь, берешь меню. Посмотрите, какая красивая посуда. Очень красивая. Кувшины большие. Погода сегодня прям вообще тепло. Пообедали, я пошла опять гулять. Иду гуляю и дошла до Лидла, нашла. Сейчас была в русском магазине, здесь русский магазин. Мне понравился, все там есть. Сейчас зайду в Лидл. Посмотрю, что там, какая продукция, какие цены. Вон, видите, вдалеке Лидл. Здесь очень много русских, очень, все по-русски. С Германии очень много русских. Мы, допустим, ехали 6 часов от нашего дома. 6 часов мы ехали до Карловых Вар. Останавливались потихонечку. Thank you.